Monster Motorbike. Огромный 9-метровый мотоцикл, вес которого равняется 30 тоннам, а высота 3,5 метрам, был создан в Австралии. Для того, чтобы сдвинуть с места гигантский байк, его создатель воспользовался двигателем Detroit Diesel, а также установил на мотоцикл автоматическую коробку передач и колеса от карьерного самосвала Caterpillar. Разумеется, такое средство передвижения не предназначено для дорог общего пользования, но может стать эффектным дополнением для любого фильма. Под весом огромного мотоцикла ломаются не только легковые автомобили, но и небольшие фургоны. Стимпанк-скутер. Изготовленное в стиле стимпанк средство передвижения представляет собой нечто среднее между скутером и подводной лодкой. Создатель украсил корпус множеством мелких деталей, включая барометр, фрагмент гитары и усилитель, а также установил колонку, которая может воспроизводить музыку. Скорее всего, данный скутер является своеобразной отсылкой к хиту группы Beatles «Yellow Submarine». Не случайно автор использует его, выступая с камерными концертами по всей Европе. Skyrider One. Электрический скутер оснащен двумя моторами на 8 и 17 лошадиных сил. На задней части Skyrider One закреплен небольшой пропеллер. Питание обеспечивают два литий-ионных аккумулятора, с помощью которых можно проехать до 120 км с максимальной скоростью 60 км в час, либо использовать пропеллер в течение 30 минут во время полета. Вес электроскутера – чуть более 100 килограммов. Но основная особенность устройства, конечно, заключается в его возможности летать. Skyrider One может взлететь с любой ровной местности. Достаточно разогнать его до нужной скорости, предварительно расправив параплан. Warhorse. Несмотря на то, что данное средство передвижения выглядит как реквизит к фантастическому фильму, оно абсолютно реальное и даже упоминается в Книге рекордов Гиннесса за 2017 год. Кевин Скотт, водитель этого интересного мотоцикла, впервые сумел достичь скорости 98 км в час еще в 2015 году. Но официальный рекорд зарегистрировали немного позже. Мотоцикл Скотта весит около 100 кг без водителя, а диаметр колеса составляет 150 см. Стоит отметить, что для управления Warhorse нужно обладать хорошо развитым чувством равновесия и не бояться падать, поскольку мотоцикл не отличается устойчивостью. Night Shadows Maiden. Нарисованная дизайнером Байроном Хэмсом и построенная конторой по разработке концептуальных мотоциклов Massel Concept Skiles железное транспортное средство внешне напоминает логотип британской автомобильной компании Jaguar. Технические характеристики этого мотоцикла восхищают так же, как его дизайнерские особенности. Модель оснащена двигателем V-Twin объемом 1,2 литра, что позволяет мото-Ягуару развивать впечатляющую скорость, набирая 200 км в час на спидометре без особой нагрузки.
Создатель этой необычной модели специально подбирал такой силовой агрегат, звук работы которого лучше всего походит на рычание ягуара. Примечательно то, что мотоцикл оснащен колесами от японского спортбайка. При этом сиденье было выполнено с нуля в стиле чоппера. На сегодняшний день в мире существует всего лишь один экземпляр такого железного зверя. Трак-трайк. Для тех, кому не хватает брутальности в обычных чопперах, создаются мотоциклы, подобные этому. Он совмещает в себе детали от байка с дизайном грузовика, включая массивные металлические трубы и кабину водителя. Стоит отметить, что этот мотоцикл может перевозить пассажиров. Позади водителя расположено комфортабельное сиденье, рассчитанное на двух человек. King Skull Motorcycle. Классический Harley Davidson Flight Q, украшенный металлическими деталями, изготовленными вручную, действительно производит неизгладимое впечатление. При этом не важно, где именно вам встретится этот байк – на улице ночью или на выставке. Особенно привлекает внимание оформление задних фар мотоцикла, выполненное в виде серебристого черепа, а также острые окончания руля и стилизованные под кости фрагменты корпуса. Dragon Fire Bike. Главная отличительная деталь этого мотоцикла – в массивной голове дракона, расположенной позади водителя и образующей своеобразное кресло. Через специальный дозатор в голову поступает горючее, благодаря которому мотоцикл буквально способен дышать огнем при нажатии на определенный рычаг. Кроме того, изобретатель установил под рулем два работающих автомата. Sky-Fi Bike. Считается, что старые автомобили и мотоциклы не годятся ни на что другое, кроме как на металлолом и на переплавку. Кто-то восстанавливает их в былом величии, а кто-то использует некоторые их детали для создания чего-то нового. Таким примером стал тайский художник и дизайнер Рунгронджа Сангвонг Присар, который создал из металлолома мотоцикл Sky-Fi Bike, очень похожий на персонажа серии фильмов про Чужого. Мужчина вообще специализируется на том, чтобы делать разнообразные вещи из других поломанных вещей, уже не подлежащих восстановлению. Вот и мотоцикл Sky-Fi Bike он сделал из металла, добытого из старых автомобилей и мотоциклов.